Всем привет! Я недавно стала заниматься йогой смеха. Ребята, хочу поделиться с вами, что это такое. Это просто уникальная методика, которую еще в 1995 году разработал доктор медицинских наук, врач-физиолог Мадан Катарио из Индии. И самое главное, чем это отличается, например, от йога-терапии – это то, что он открыл, что наш мозг не различает, когда человек смеется по-настоящему, непринужденно, а когда смеется искусственно. Наше подсознание воспринимает это одинаково. Но все знают, что смех – это здоровье, это тот инструмент, который подарен нам от самой матушки природы. И это самый лучший инструмент для нашего оздоровления, для нашего исцеления, для нашего эмоционального интеллекта, для нашего позитивного мышления. Столько, сколько дает йога смеха, наверное, не дает ничто. Но еще один важный момент. Дело в том, что когда человек начинает смеяться, лучше это, конечно, делать в группе единомышленников, и когда он начинает смеяться вроде бы как специально, но существуют нейронные связи, и происходит такое отзеркаливание, что все начинают хохотать просто от всей души, искренне и непринужденно. Я прошла йогу смеха в Доме радости у Мити Ефимова. Мы хохотали утром, мы хохотали вечером. У нас подкачался пресс, потому что животы прям болели от смеха. Ну и самое главное – это радость. В наше нелегкое время, когда многие напрягаются, потеряли работу, да, мы прошли трудное время, пандемию, сидели долго в заперти, собаки выгуливали в намордниках своих хозяев. Всякое разное произошло, скачки доллара, неприятные моменты происходящей политики, не буду неприятным, но каждому человеку нужна перезагрузка. У меня тоже было эмоциональное выгорание в силу каких-то своих определенных обстоятельств. И когда я пошла на йогу смеха, ребята, моя жизнь изменилась до и после. Поэтому йога смеха – это классно. Это классное упражнение. Я вам очень рекомендую это пройти. И в следующих своих видео более подробно расскажу об этом. До связи. А с вами была Иванова Лариса. Всем смеха и успеха! Пока! Ha 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 ha!